Реально только мешает. Сплю. Оставьте меня в покое просто. Дайте мне спокойно заниматься творчеством. Я буду выкладывать. Все. Антивоенный рисунок спасает людей, детей от войны. Подумайте об этом. Представьте просто себя на месте. Представьте, что вам пуля в лицо летит разрывная. Это война. Я сделал рисунок против войны. Вы должны, по идее, благодарить меня, грамоту дать. Но нет. Я живу в тревоге постоянно. Я уже заплатил за свой рисунок постоянно тревогой, страхом, ужасом. И психика. Еще легкий. Заболел сильно. Потому что на меня наорала россиянка. Если хотите помочь мне, лучше пришлите мне деньги на нейролептик. Он реально помогает мне. И на флоксетин. На флоксетин это нужно ехать. Рецепт получать. Потому что я не знаю, что будет у меня.
того, как ему. Это хотя бы нейролептик нужно. Это врач говорит, что это самое основное, что ему нужно понимать. Хотя я не заслужил этого. Что я нарисовал? Два пейзажа. Будто я какой-то особенный, да? Кем ты себя возомнил? Сам заработал, сам должен заработать. Да. Медленно время идет. Спина болит после
10 минут игры. Как же так-то? Вот, как я буду 2 часа играть? Тренироваться. Всего 12 минут прошло. Thank you.
17 минут. Что не получается у меня так долго играть. Надо немножко отдохнуть. Это смысл. Кому мне сдать эту квартиру, я не знаю. Я не спец в этих делах. Риэлторши. С риэлторши связаться.